Если раньше детей от рождения до 12 лет можно было перевозить в автомобиле только в специальных автокреслах, то в связи с новыми правилами ребенка с 7 до 12 лет можно перевозить на заднем сидении, используя только ремни безопасности. Также возможна перевозка детей до 7 лет на переднем сидении, но только в детском кресле. Вместе с тем, из соображений безопасности, госавтоинспекция все же рекомендует использовать детские автокресла, даже после достижения ребенком 7-летнего возраста. Детей до 12 лет запрещается перевозить на заднем сидении мотоцикла и в кузове грузовых автомобилей. На детей после 12 лет распространяются все те же правила, что и на взрослых пассажиров. Кроме того, на автостоянках теперь нельзя оставлять в автомобилях детей до 7 лет одних без присмотра совершеннолетнего. Потому что дети – это наше будущее. Если не будет детей, то, соответственно, у нас нет будущего. Вся забота им. То есть все-таки это безопасность? В любом случае, безопасность прежде всего. Водителям придется следовать новым правилам. Чтобы информация как можно быстрее разошлась среди автолюбителей, на территории Новосибирской области проводится комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Дети-пассажиры».